Кому брови сбрить? Не, пожалуйста. Давай. Выгонит из дома, если я тебе волосы подстригу. Ставьте сердечки. Что, давайте, либо переезжайте, либо собаку убирайте. Не знаю, надо ее как-то... Доброе утречко. Всем привет. Приветик. Смотрите, как темно. Девчонки спят, закрывают жалюзи. Где фокус? Подольше спать. А вот фокус. Чтоб подольше спать? Ой, она оранжевая вся. Окошечко надо открывать. Ксюш, ты в шапке спала? Угу. Ну, ты теперь мама... будешь с ней спать и везде ходить, да? Пока школа не начнет. Что ты ешь? Нутеллу? Нутеллу, как всегда. Это у тебя на завтрак нутелла? Нормально? Сейчас скоро уже обед, уже полдевятого. Спим до полодиннадцатого. Такая погода ужасная. Дождь. Пасмурно. Смотрите, какой дождик. Осень. Уже октябрь, а у нас... Ну, уже вон листочки падают. Аду нужно купить таблетки от глистов. И Бонни нужно зарегистрировать в этом... Да, чтобы ее внесли в базу, что у нас есть собака. И мы будем платить налоги на собаку. А ее нужно с собой взять? Я не знаю. Здесь нужно платить налоги на собаку, потому что... И на пакетики. Да, вот у нас же пакетики в городе бесплатные. Ну, как считается, бесплатные. Но мы за это налоги, получается, платим. За то, что пакетики во всем городе есть, чтобы убирать капульки. Просто подходишь, да, вытаскиваешь пакетик. Они очень... Во многих местах есть такие специальные эти коробки, да, ящики. И там эти пакетики. Достаешь пакетик и убираешь за собакой. Ну, в общем, получается, что как бы и бесплатно, и не бесплатно, да. Но налоги мы платим на собаку. Где-то $200 в год. Да. Если... Поэтому нужно обязательно ее зарегистрировать, что она у нас есть. И будем платить налоги за собачку. Вот так вот. Поэтому сейчас папа поедет. И нужно будет таблеточки ей от глистов. Нам сказали, по-моему, каждые полгода, что ли. Дома. Укатился. Там написала Бонни. Давай сюда, Лео. Ну, с шапкой осторожно, Макс. Она была дорогая, что ты тут делаешь? Макси. Бонька, 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 давай, защищай Бонни. Давай, 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 защищай, защищай Бонни. Я тебе поговорю, да. Ну, все это поговорю, это любите. Тебе тепло было с ней спать сегодня? Да. Да. Бонни, 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 Бонни. Место. Бонни, ты вас остаток кастигада. Иди, папа тебя зовет. Что? Кастигада. Куэстате. Ага. Кастигада, Бонни. Место. Место. Си, лидят, я. Кастигады. Молодец. Сидит. Не, ну награду. Бонни. Бонни, место. Бонни. Бонни. Место. Место. Ну, все, ладно, ты воды. Бонни. Най-най, Бонни, а ту кама. Лежать. Че ты, Бонька, вытираешься, да? Почему? А, ну я потому что я ей попу помыла. Но она немножко испачкалась, когда покакала. Смотри, что делает. Не надо. Бончик. Бончик. Вот так. Шпончик. Вытирайся.
Ты свинюшка? Она, а зачем только она морду вытирает, если я ее там помыла? А она мордой вытирается. Она думает, что она вся искупалась? Да. Вот ах, тихонько. Вот так. Давай, давай, вытирайся. Вот так, вот так. Опа. Смотри, смотри, смотри. Ну что, купили что-нибудь? Да. Девчонки мы ходили купили. Покупать конфетки. Какие купила? Тоблерон. Тоблерон, других не было? Да, их было, но они совсем маленькие. Они маленькие пакетики. Маленькие пакетики, потому что я для... Дорогие. Мы взяли своими разными сортами. Два пакетика. Белый шоколад, это нормальный. А, там разные даже. А, это а больших не было прям прозрачных нет. пакетов? Когда вот... Мы искали. Ну, нужно было мне еще тогда купить, когда я видела. Там, где возле мороженого, да? Угу. Там моя новая. Просто я один раз приходила в этот магазин, и там был такой пакет огромный. Сколько там? Килограмма 4 или 5 было конфет. Я тоже его видела, но теперь нету. Ой, жалко. Вот в следующий раз, если я увижу, я сразу куплю. Ну что, точно готово? Да. Ребята, сейчас будем подстригать Ксюшу. Вот так вот ну, как раз вот эти вот кончики осветленные. Да, помните, да. мы осветляли в прошлом году, да? Или в позапрошлом? Позапрошлом. Да, и, в общем, вот эти вот сейчас отрежем белые волосы. Это вот ее цвет уже. Настоящая, я думала, ее настоящий цвет это вот. У нее раньше такой был, когда ну, она маленькая была, да? Помнишь, Ксюша, ты прям белая, белая. А теперь вот она, блин. А теперь ой. Поменялся цвет, да. Теперь у вас одинаковый. Да. Дальше давай, раз. Мама режет. Мамочка. Все, давайте буду равнять. Все? Довольно? Иди голову теперь помой быстро, она у тебя быстро... Ну смотри, у тебя корни жирные. Давай, иди мой. Я не хочу потом сушить. Они у тебя быстро высохнут. Покажись, посмотри сюда. Идет? Я первый раз вижу Ксюшу с корой с таким. Ну оно... Мне нравится. Вам как, ребят? За ушки не заправляю так, чтобы видно было. Мне нравится. Прикольненько. Прикольненько. Не сильно коротко, не сильно длинно. А если еще короче? А мне вот так покороче у меня. Мне покороче. У тебя как было, да, раньше? Очень коротко. Ну вот, теперь Ксюня у нас тоже скоро будет ходить. Кого бы еще подстричь? Если бы я могла, я бы сама себя подстригла, но я не могу. Кому брови сбрить? Не, пожалуйста. Давай. Нет. Я их потом нанесу. Ну, а, да. Посмотри еще. Да, конечно. Подожди. Нет. До плечей, чтобы да. они прям... Да. Угу. Так, как раньше, да? Да. Они у тебя так сильно отросли за год, что ли? Да. Девочки, я предложила им парикмахерскую пойти, но они не хотят. Все, закончили, ребят. Наши процедуры. Все? Я хочу. Нет. Я, наверное, никогда тебя не смогу подстричь. Да, конечно. Я не смогу. У меня рука не подымется подстричь такие волосы. Ну что, вот Ксюня наша, ребят. Мне так нравится, прям я тащусь. Мне очень нравится. Так клево тебе, оказывается. Состригли все ее беленькие кончики. Ну-ка, смотри сюда. Так, заканчивать тогда видео. Девчонки снимают ролик в лайки, да, как они поменялись, в общем. И сейчас они должны второй кадр. Второй кадр заснять. Потом мы будем делать листок. Мы оставим ссылку в описании от нашего лайка. Да, кстати, на лайк, девчонок. Ссылочка будет в описании. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Эй, убери это. Все,
Я пойду спрячу эту машинку, потому что, не дай бог, меня папа выгонит из дома, если я тебе волосы подстригу. Вместе с твоим пучком волос. Что, будете доснимать? Люс, что вы смотрите? Солдат? Да. А какое видео? Облизни, откуси или ничего. А, они тоже такое видео сняли? Да. Кстати, ребята, у Саадат очень интересный канал. Да. Да, мы ее всегда смотрим. Это мы у нее были в гостях в Барселоне. Кто смотрел наши влоги, мы встретились в Барселоне. И ссылочку мы оставим в описании. Переходите и смотрите. Очень классные видео, интересные. Они тоже были. Девчонки снимали видео. Не покажем. Нет, мы пока не покажем. Мы снимали новый ресток наш на Хэллоуин. Вот наши тут всякие разные добавочки. Мы уже закончили, время 7 часов. Нужно идти готовить, кушать. А мы пойдем на улицу. Да, девчонки хотят пойти погулять немножко. Я сначала Уже темно. Ну, видишь. Нет, не пойдете вы гулять, уже темно. Нет, там делать нечего, уже темно, девочки. Нет, на ролику. Нет, уже темно. Я-то думала, еще светло, просто здесь лампа стоит, вот светит на меня. Я даже не вижу, что там вообще на улице. Смотрите, уже темнеет. В общем, девчонки сделали аж целых... Сделали аж целых 10 слаймов. Мы вчера ночью сидели, придумывали дизайны. И сегодня уже сняли на YouTube. Посмотри, какая палка. Так что завтра в пятницу будет видео. Это от чего палка? Это от лимончики. Кондитерская. Бонька. Бонь. Бонни. Привет, мой Боня. Бонечка, ты такая пушистая после ванны. Что? Что ты там тянешь? Резину. Мама, она вкусняшкой выйдет. Ну дай вкусняшку. Бонни. Бонька. Всем привет, кто новенький. А кто старенький? А кто старенький, уже знает. О, сразу вышла. Она уже давно вышла, она уже поняла, что ты пошла за... Бонни. Бонни. Так. Бонни мой, что такое? Нет, не надо помогать за попкой! Так, ладно. Кто я хочет во влог? Я снимаю. Влог. Ставьте сердечки. Завтра будет влог. Попадете в влог. Да. Там... А, топ-3 появился. Да, топ-3. Та-та-да. Спасибочка. Молодцы. Ладно, пошла я. Ты пошла? Да, я пошла. Бонни. Вам не мешают эти лампочки? Нет. У вас прям без остановки горят. Бонни. Бонни на место. Ксю, да, конечно, она жалюзи закрыла. Темно. А зачем ты жалюзи закрыла? Чтобы там никто не подглядывал за тобой? Ты боишься? Не, она такая. Бонни, фу. Ах она. Бонни. Послушная такая. Так мы спать идем. Я не буду ее оставлять в квартире. Почему? Ну, мало ли что, она пойдет грызть там, не знаю, все подряд. Ну. Ну, закрой подушкой. Что подушкой закрыть? Провода. Ну, нет, она должна здесь быть. Она здесь должна быть всю ночь. Она будет... Я не хочу, чтобы она у меня ее забрала. Ну, вот если она будет лаять ночью, ну, вот, как тогда всегда. Либо ее заберут, либо нас выгонят. Либо скажут, чтобы мы собаку отдали. Потому что, знаешь, соседи, может быть, ну, потерпят один, ну, два, ну, три дня. Если она будет каждый день лаять, то, извини, они пожалуются в это хозяину дома, и все. И придет нам оповещение, что давайте либо переезжайте, либо собаку убирайте. Не знаю, надо ее как-то спать укладывать. Смотри, сейчас час ночи, собака еще не спит. Ой,
Угу. С ней много играть надо перед сном, прям вот, чтобы она устала. Устала, устала, устала. Да, чтоб... мы потом тоже устанем. Она будет спать и мы. Давайте, все, спать. Пока. Спокойной ночи. Тут все зеленое, там все красное. У нас какая-то квартира разноцветная, смотри. Сюда смотрю, здесь все зеленое. Поворачиваюсь туда, там красное. Ладно, все, пока.